Управленцы из Японии повышают квалификацию во Владивостоке. В столицу Приморья на неделю приехали 13 предпринимателей из страны восходящего солнца. Сегодня у них первые лекции. Краевые политики рассказывают гостям об инвестиционных возможностях в крае и российском опыте в бизнесе. Японцев ждет и знакомство с производством. Иностранцы посетят строительные, рыбохозяйственные и предприятия пищевой промышленности. А в октябре в Японию отправятся приморские бизнесмены. В крае уверены, такие обмены помогут завязать международные бизнес-связи. Приморский край впервые принимает зарубежных предпринимателей, японских в частности. Поэтому трудно сейчас говорить о том, какой будет итог. Но по окончании стажировки каждый стажер должен отчитаться о том, что он изучил для себя в России, какие планы наметил, какие результаты надеется получить в будущем от этой стажировки.